Это машина, которая входит в сегмент самых продаваемых SUV автомобилей малого класса. Skoda Karoq поставляется в Украину с двумя моторами. Один бензиновый 1,5-литровый и дизель 2 литра на 190 лошадей. Машина получила очень удачную компоновку за счет того, что построена на платформе MQB при размере 4380. Достаточно много в салоне места. Большой багажник 521 литр. Автомобиль достаточно хорошо оснащен. Благодаря тому, что Skoda дает возможность конфигурировать автомобиль, вы можете с помощью конфигуратора сложить полностью свою машину мечты.